близкий дорогой музыкант. И в библиотеке Белинского, опять же, недавно проходил фестиваль культур, на котором присутствовал замечательный автор Томас Чапаитис. Он у нас председатель республики Ужупис, которая находится. Это отдельная история. Пусть это будет у вас на слуху, кто захочет, может об этом узнать. И когда мы с Томасом говорили, беседовали где-то уже за третьей рюмочкой, мы подознали, что к нам приезжает Доминик Миллер, это гитарист Стинга. Вот ты знаешь Миллера, ты знаешь Стинга. На что Томасу я сказал: Томас, ты не поверишь, у меня даже кота зовут Стинг.